Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы сердечно рады приветствовать вас на праздничном вечере, посвященном юбилею выдающегося композитора, талантливого музыканта, прекрасного человека, мастера, творчество которого стало вехой в истории советской музыкально-театральной культуры и который внес огромный вклад в развитие и процветание Большого театра Беларуси, народные артисты Беларуси, лауреата Государственной премии Республики Беларусь Сергея Кортеса. Для приветственного слова на сцену приглашаются министр культуры Республики Беларусь Борис Владимирович Светлов и народный артист Беларуси Сергей Кортес. Альбертович, позвольте, я оглашу приветствие президента. Народному артисту Беларуси Кортесу Сергею Альбертовичу. Поважанный Сергей Альбертович, сердечно віншую вас с 80-годием с дня народжения. Своей творчей и громадской деятельностью вы унесли значный вклад в развитие и популяризацию национального академического музычного мастацтва. Ваши творы уваходят в репертуар разных коллективов и выконавцев как у Беларуси, так и за ее межами. Широкое признание и великую повагу принесли вам постановки опер Джордана Бруно, «Матух на кураж», «Визит дамы», «Юбилей», «Медведь», которые выкликают захопление прихильников музычного театра разных поколений. Нехай и надалее ваша пленная деятельность узбогачает духовную скарбницу Беларуси. Жадаю вам долгих годов життя, доброго здоровья, невычерпного натхнения и новых досягнений. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Спасибо, спасибо. Я очень благодарен за такие теплые слова, конечно, но я всегда все эти слова воспринимаю как вперед данные. Надо их заслужить еще. Потому что если решишь о том, что вот все это правда, так и есть, так уже неохота работать будет. А так, когда думаешь, о нет, это надо еще достигнуть того, что пишут о тебе, так хочется работать больше. И у меня такое сейчас настроение, что несмотря на 80 лет, которые много, конечно, но, как сказала великая Амосова, актриса, она говорила о том, что все люди живут, но доживают только несколько, те, которым дается это. Я благодарен Богу, что мне дали вот возможность дожить до этого и дожить, думая о том, что я хочу еще работать, потому что голова у меня работает гораздо лучше, чем ноги. В данном случае, кажется, это важнее, это важнее. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Первое отделение праздничного вечера открывает премьера балет «Кто я» на музыку к балету «Последний инка». Thank you.
Thank you.
праздничного вечера, посвященного юбилею народного артиста Беларуси Сергея Кортеса, мы представляем вам на главной сцене Большого театра Беларуси спектакль, который давно стал одним из самых любимых у белорусской публики, оперу «Медведь». Всякое дыхание радуется, даже кот Ники свое удовольствие имеет, по двору гуляет. Пташек ловит, пташек. А вы целый день сидите, словно в келье. И буду сидеть, и не выйду никогда. Да что же это право, да что же это право? Николай Михайлович умерли. Как тому и быть, Божья воля, Царствие небесное. Погоревали, и хватит. Света белого не видим. Эван, мыши ливрею съели. Откуда эта музыка? В городе полк стоит. Оркестра каждый день музыку играет. Офицеры
чистые конфеты. Не наглядишься. Эх, барыня, матушка, молодая, красивая, только и жить свое удовольствие. Красота нам чай не навек даден. Вот пройдет еще годов 10, сами захотите павой пройтись, да пыль пустить в глаза господам офицерам. Ан поздно будет. Никогда не смей говорить мне об этом. Чем эти самые слова говорить? Погуляли бы лучше по саду. Или велели тоже запрячь. И к соседям, соседям. Степаныч Смирнов! Что вам угодно?
Ваш покойный супруг, ваш покойный супруг остался мне должен по двум векселям. По двум векселям 1200 рублей, 1200 рублей. А завтра, завтра мне предстоит платеж процентов в Семейный банк. Платеж процентов. Я вас просил бы, сударыня, уплатить мне долг сегодня. Сегодня. А за что же мой муж остался вам должен? За что? Он покупал у меня овёс. Овёс. Ах да! Овёс! Не забудь сказать, что на конюшне дали по величине кучку овса. Как забыла! Ошнушка! Какая ошнушка! Он покупал! Извольте платить по двум векселям за овёс. По двум векселям за овёс. Я заплачу, но извините, извините. Сегодня у меня свободных денег нет. Как нет? Нет денег? Как нет денег? Сегодня! 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 Сегодня исполнилось 7 месяцев, как умер мой муж. И у меня такое настроение, что я не расположена заниматься делами. А у меня такое настроение, что если завтра не заплачу проценты, то должен буду вылететь в трубу, то должен буду вылететь в трубу. У меня отнимут имение. Вы получите деньги послезавтра. Деньги нужны, нужны мне сегодня, сегодня. Вернется приказчик, тогда и получите, тогда и получите. Я не приказчик, нет, а пожалуйста, не привыкла. А мне что прикажете делать? Я должен проценты платить или нет? Я должен проценты платить или нет? Деньги нужны, деньги нужны, деньги нужны. Да зарежу, в пору вешаться. А ни одна каналья не платит. Все от того, что я нюня, баба тряпка. Все от того, что я слишком деликатен. Избаловал я должников. Избаловал. Но погодите, узнайте меня. Я не позволю со мною шутить. Черт возьми!
все поджилки трясутся от злости, и дух захватило. Ах, как я зол, как я зол! Человек! Чего вам? Квасу! Квасу! Или воды? Напрасно ждете. Барыня больны и не принимают. Пошел! Барыня больны и не принимают. И не нужно, не принимай. А я останусь и буду сидеть, пока денег не отдашь. Я свое возьму, матушка, меня не тронешь трауром и ямочками на щеках. Знаем мы эти ямочки. Семён! Семён! Распрягай! Я остаюсь. Скверно! Денег нет. Жара невыносимая. Водки выпить, что ли? Человек! Чего вам? Дай рюмку водки. Хороша фигура, нечего сказать. Сапоги грязные, не умыт, не чесан. На жилете солома. Маренька, чего доброго? За разбойника приняла. Невежливо являться в таком виде. Да ничего, я тут не гость, а кредитор. Много себе позволяете, сударь. С кем разговариваешь? Толчать! Я ничего, навязался леший на нашу голову! Однако... отменная фото. Хороши покотки Монте-Карло, душа трепещет и в глазах темно, когда они с улыбкой безмятежно
мой встречают нас у входа в казино. Или проходят мимо, роняя вздох. Застенчиво и томно кого за вам, месье. Как хороши красотки в Монте-Карло, как хороши. Что за чепуха лезет в голову? Нет. Не вспомню. Однако водка в этом доме хороша. Это вам не ямочки на щеках. Пожалуй, я прокину еще рюмочку. Человек! Милостивый государь, в своем уединении я давно отвыкла от человеческого голоса и не вношу дурного крика. Я вас прошу, не нарушайте моего покоя. Я не нарушу вашего покоя. Заплатите деньги, и я уеду. Я же сказала, послезавтра нет у меня денег. Отлично, отлично. В таком случае я остаюсь. И буду сидеть, пока не получу своих денег. Вот так и буду сидеть, пока не получу своих денег. Нет денег! Вы думаете, я шучу? Милостивый государь, прошу вас, не кричу! Вы не в конюшне! Вы не умеете держать себя в женском обществе. Рядошные люди, женщинами так не говорят. Ах, скажите, пожалуйста, как прикажете с вами говорить? Может, по-французски? Медам, чё вупри, как я счастлив, что вы не платите мне денег! Ах, пардон, что вас побеспокоит. Грубо, грубо. Сегодня прелестная погода, и этот траур вам к лицу. Неумно и грубо. Грубо. Немного грубо, сударыня. Я на своем веку видел женщин больше, чем вы, воробьев. 12 женщин бросил я, 9 бросили меня. 3 раза.
часто я стрелялся на дуэли из-за женщин. Из-за женщин. Три раза. Меня не придете, меня не проведете. Очи черные, очи страстные, губки алые, ямочки на щеках, ямочки на щеках. Это все, сударыня, теперь я ни одного гроша не дам, ни одного гроша не дам. Все женщины ломаки и кривляки, все женщины и сплетницы и лгуни. Лгуни! Посмотришь, кисия, эфир, полубогиня, а заглянешь в душу обыкновенный крокодил. Скажите мне по совести, видели вы женщину, которая была бы искренно верна и постоянна? Не видели. Не видели. Верные и постоянные одни только старухи и уроды, и уроды. Зачем вам этот траур? Это так таинственно и поэтично. Проедет мимо юнкер или куцый поэт, взглянет на окна, подумает. Здесь живет таинственная Тамара, которая из любви к супругу погребла себя в четырех стенах. Знаем мы эти фокусы. Как вы смеете мне поговорить? Как вы смеете? Вы погребли себя заживо, однако, и позабыли напудриться. Не кричите! Это не я кричу! Это вы кричите! Это вы! Я вам не приказчик! Не извольте кричать! Извольте оставить меня в покое! Заплатите мне деньги, и я уеду! Не дам я вам денег! Дадите! Вот назло не получите вы ни копейки! Сударыня, я не имею удовольствия быть ни вашим женихом, ни супругом, но потому, пожалуйста, не делайте мне сцен.
Я этого не люблю. Вы сели? Сел. Прошу вас уйти, прошу вас уйти. Отдайте деньги, деньги, деньги. Отдайте деньги, деньги, деньги. Отдайте деньги, деньги, деньги. Я уйду. Прошу, посудите, уйдите. Да. Извольте убираться вон. Вы не уйдете. Нечего тут молчать! С кем разговариваешь? Матушки! Дай себя сама сделаю! Дочь, не хочу! Дашу! Вместе! Где же Даша? Как я зол! Ягоды пошли, в доме никого. Кот Ники птичек ловит, птичек. Извольте, извольте убираться вон! Повежливее, повежливее! Мужик, бурбон, монстр! Повежливее! Грубый медведь! Что вы сказали? Что вы сказали? Я сказала, что вы медведь. Медведь? Да ведь это оскорбление! Вы думаете, я вас боюсь? Ха-ха-ха! А вы думаете, что имеете право оскорблять безнаказанно? Я не посмотрю на то, что вы женщина, слабое создание, и никому не позволю себя оскорбить. К барьеру! К барьеру! Извольте, после мужа остались пистолеты. Сейчас принесу, сейчас принесу. Каким наслаждением я влеплю пулю в ваш медный лоб? Стреляться! Я в нищенок, а не мальчишка! Стреляться! Подстреляю из принципа! Как цыплянка! Батюшка родимый, сделай такую милость. Уйди отсюда. Ну какова женщина? Черт вас возьми, влеплю вам пулю в медный лоб. Какая женщина, какая женщина вызов приняла,
раскраснелась, глаза блестят. Первый раз такую вижу. Уйди, батюшка. Вот эта женщина, черт возьми, даже убивать жалко. Уйди! Она мне нравится, хоть ямочки на щеках, а нравится. Злость прошла. Готов и долг простить. Удивительная женщина. Вот пистолеты. Но прежде чем мы будем драться, покажите мне, как нужно стрелять. Я ни разу в жизни не держала в руках пистолета. Спаси, Господи, и помилуй, на помощь! Прекрасные пистолеты, таким цена 90 рублей за пару. Держать нужно так. Глаза, глаза. Какая женщина. И поднимайте курок. И целитесь. Вытяните руку. Потом вот этим пальцем нажмите эту штуку. И больше ничего. Цельтесь не спеша. Старайтесь, чтоб не дрогнула рука. Рука не дрогнет. Однако в комнатах стрелется неудобно. Пойдемте в сад. Пойдемте, но я предупреждаю, что выстрелю в воздух, Этого еще не доставало, Это почему же? Потому что... Ну, это мое дело, почему? Вы струсили, Нет, сударь, не веряйте, извольте идти за мною. Я не успокоюсь, пока не пробью вашего лба. Вот этого лба! Почему вы не хотите драться? Потому что... Потому что вы мне нравитесь. Я ему нравлюсь, он смеет говорить, что я, ему нравлюсь. Извольте выйти. Ты в сад, а я...
послушайте, вы все еще сердитесь. Я тоже чертовски взбешен. Но дело в том, разве я виноват, что вы мне нравитесь? Понимаете, вы мне нравитесь. Да нет же, нет! Я почти влюблён. Вы влюблены, я вас полюбил. Боже, какая женщина! Пропал! А то буду стрелять! Стреляйте! Вам не понять, какое счастье умереть под взглядом этих чудных глаз. К барьеру. Нет, я сошел с ума. Думайте, решайте, хотите быть моей женой. Как мальчишка. Я вас люблю, как никого не любил. 12 женщин бросил я, 9 бросили меня. Ни одну из них я не любил, как вас люблю. Да что это со мной? Стою на коленях, как дурак, и предлагаю руку. Стыд, срам. 5 лет я не влюблялся, дал себе зарок и вдруг втюрился, как оглобля в чужой кузов. Руку предлагаю, да или нет? Не хотите? И не нужно. Постойте. Нет, уходите. Впрочем, постойте. Нет. Уходите! Я вас ненавижу! Что же вы стоите? Убирайтесь! Прощайте!
Проценты платить. Руки прочь! А тут вы... Никогда себе этого не прощу. Oh!
народный артист Беларуси, лауреат государственного.